Завершается тестирование мобильного приложения под рабочим названием «Стоп коронавирус. Мои контакты». С его помощью телефон будет сканировать окружение человека в радиусе до 10 метров и анонимно записывать информацию. Если кто-то из круга заболеет, пользователь получит уведомление о возможном риске. Заболевший сможет добровольно сообщить о своей болезни через приложение, введя специальный код.